Выходя на ринг, спортсмены не знали, к чему готовиться. Жеребьевка проводилась в день соревнований, и имена противников становились известны практически перед самой схваткой. Это добавило сложности, но не помешало саровчанам стать чемпионами Приволжского округа войск Национальной гвардии по комплексному единоборству в Казани. Чемпионат Приволжского округа отбирались самые сильнейшие участники. Схватки были ожесточенные, и противники были на самом деле серьезные. Соревнования проводились следующим образом. Первый раунд в течение 2 минут был кикбоксинг, потом непосредственно борьба по правилам вольной борьбы. Иван Девяткин стал победителем своей весовой категории в личном зачете среди мужчин. Рукопашным боем молодой человек занимается с детства и добился звания мастера спорта по боевому самбо. Именно многолетний стаж и усиленные тренировки помогли Ивану занять первое место. Самое основное – это тренировочный процесс. Если не будет правильно подготовленного тренировочного процесса, то и результата не будет. Только те люди, которые занимаются с собой систематически, поддерживают себя, грубо говоря, отдаются полностью спорту, только те могут занимать призовые места. Выигрывает не сильнейший, а выигрывает умный. Победные баллы команде принесла и Евгения Коршунова. В весовой категории до 80 килограммов она заняла 3-е место. Для девушки самыми интересными и запоминающимися моментами этих соревнований стали демонстрация мастерства рукопашного боя и борьба в поединках. Я бы не сказала, что там тяжело и так далее. Было, потому что есть достойные участники, очень много достойных участников. И, наверное, так звезды сложились, что у меня попались такие соперники, которые чуть слабее меня. Всего в чемпионате приняло участие 20 команд из Кировской и Нижегородской областей, а также Республик Башкирии, Татарстана, Мордовии и Удмуртии. По итогам соревнований сформирована команда округа Росгвардии для участия во всероссийских состязаниях, которые пройдут в конце августа. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Скалолазание как вид спорта зародился очень давно, но официально День альпиниста отмечают во всем мире лишь с 1786 года, когда впервые была покорена гора Монблан, высшая точка Альп. При этом документальное существование этого вида спорта в России относит лишь к 1900 году, когда было сформировано Русское горное общество. Секция альпинизма в КБ-11 образовалась в начале 50-х и стала одной из самых первых спортивных секций института. В 1953 году прошла первая городская альпиниада, которая и дала мощный импульс к развитию не только альпинизма, но и всего саровского спорта. С тех пор сотни сотрудников института прошли школу альпинизма. Среди них и те, кто внес весомый вклад в создание ядерного щита страны и развитие города. И первыми мастерами спорта в городе стали альпинисты. Шутов Виктор Иванович, который впоследствии стал лауреатом Ленинской премии, Давыдов Алексей Петрович и через год Сухоруков Альберт Трофимович. Еще через 10 лет, в 1972 году, чемпионом СССР по альпинизму в составе команды Центрального совета физкультуры и спорта стал Юрий Михайлович Малыхин. И ему за это выдающееся достижение было присвоено звание мастера спорта. С развалом СССР обстановка в горах стала напряженной. Многие альплагеря закрылись. Но в нашем городе, благодаря руководству ядерного центра ВНЕФ, удалось сохранить альпинизм как вид спорта. Также начало активно развиваться скалолазание. В 2001 году в Российском федеральном ядерном центре появилась такая секция, и до сих пор она активно развивается. Саровские скалолазы принимают участие в соревнованиях и фестивалях различного уровня. Без поддержки отдела физкультуры и спорта, отдел нашего профсоюзного комитета, без поддержки городских департаментов мы бы, конечно, не могли бы проводить массовых своих мероприятий, потому что выделяются и средства на приобретение спортинвентаря, оплачиваются проезды. Юлия Трусова – инженер-исследователь в одном из конструкторских бюро градообразующего предприятия. Девушка пришла в секцию альпинизма 2 года назад. Начинала со скалолазания. А уже сегодня она в составе нижегородской сборной приняла участие в сборах в альплагере Улутау. Да, я действительно была на сборах. Альпсборах – это ущелье Адырсу, Кавказ центральный, прямо рядом с Эльбрусом. Были там 2 недели, прошли занятия скальные, снежные. Впервые походила по леднику. Видела, что такое трещины в леднике, насколько они глубокие. Покорили 3 вершины. Это треугольник 3860 высота, Виатао 3742 метра и Тютю, вторая западная, это 4430 метров. То есть для меня это впервые такая высота была. Ну, ледник на самом деле не такая страшная вещь, как казалось. Здесь специальные приспособления, кошки позволяют передвигаться, даже не падать, чтобы сделать по льду невозможно. Ну, единственное, там есть достаточно глубокие трещины. То есть иногда подходишь к краю трещин, смотришь, там глубина, наверное, 1-2 метра.
Или идешь, и там слышно, как река под тобой шумит. Попробовать свои силы и ощутить романтику гор приглашают всех желающих. Занятия в секциях альпинизма и скалолазания РФИАЦНИФ начнутся в октябре и будут проходить каждый вторник и четверг с 6:30 вечера до 8 часов в центральном здании стадиона ИКАР. Планка, приседания, тяга. Привычные упражнения для ребят из клуба по месту жительства здоровья. В этом году Центр внешкольной работы преобразовал традиционный летний лагерь в досуговую площадку летние дачи. Первые два месяца школьники занимались фитнесом, хореографией и изобразительным искусством. С конца июля дети посещают занятия вокалом и тренажерный зал. Ходят и на экскурсии. У них есть соревновательный процесс, конкурсы различные, то есть формы организации досуга абсолютно разные для того, чтобы ребятам было интересно. На летних дачах каждый сможет найти занятие по душе. В игровой комнате можно поиграть в теннис, бильярд, посмотреть мультики и фильмы. В тренажерном зале клуба здоровья с детьми занимается тренер, который помогает составлять программу тренировок и контролирует выполнение упражнений. Кто приходит новенькие? Мы с ними занимаемся, полностью сопровождаем во время тренировки, показываем, как делать, соблюдение техники безопасности контролируем. Кто уже занимается более года, 2-3 года, они уже более опытные и занимаются сами. Атлетическая гимнастика в Центре внешкольной работы – хорошая возможность поддерживать физическую форму. Во время учебы Света занимается волейболом. Летние дачи позволяют ей оставаться в тонусе и доводить фигуру до идеала вне основных тренировок. Я занимаюсь волейболом и также хожу сюда, чтобы легче было на волейболе воспринимать нагрузки. Доставляет удовольствие сюда ходить, и то, что идешь домой, какая-то легкая усталость, и это как-то комфортно очень. Чтобы стать участником летних дач, нужно посещать Центр внешкольной работы в учебное время. На летние забавы остался лишь один месяц. Досуговые площадки – это отличный шанс провести его с пользой. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Золотая медаль в эстафете вольным стилем, второе место в эстафете комплексным плаванием в составе сборной, а также 6 серебряных наград в индивидуальных зачетах. Завоевала на международных соревнованиях детской лиги плавания Поволжья в Суко воспитанница Дюшикар Анастасия Корнишина. Эти соревнования вошли в календарь Всероссийской федерации плавания. Это очень важно. То есть эти соревнования уже доступны не только для российских спортсменов, но и для наших зарубежных спортсменов младшего возраста, которые туда приезжают. Чтобы попасть в финал соревнований детской лиги плавания в Суко, Настя прошла несколько этапов отбора, приняла участие в чемпионатах области и России и каждый раз привозила домой золотые, серебряные и бронзовые медали. Туда уже едут спортсмены, которые прошли несколько этапов, знают, к чему они стремятся и что они хотят в финале сезона получить, какие результаты, медали, ну и также призы. Это первые международные соревнования для Анастасии, и на них девочка столкнулась с рядом проблем. Одной из них стал комплексный стиль. За несколько минут Насте нужно было проплыть 200 метров баттерфляем, брасом на спине и вольным стилем. Длинная дистанция, и то есть надо работать, то есть распределить там силы свои. Я вот собралась с мыслями, то, что я должна войти в тройку. То есть я должна хорошо проплыть, чтобы то есть всем мной гордились. Сейчас Анастасия готовится к финалу Кубка Черного моря, который пройдет в конце августа в Крыму. А в апреле 2020 года девочка отправится на чемпионат «Веселый дельфин» в Санкт-Петербург. Ирина Вышгородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.